дать слово министру энергетики, ну, Александру Валентиновичу, по поводу сбоев, которые здесь произошли, в регионе и на юге страны, имею в виду Краснодарский край, который привел к отключению уже Крыма. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 1 августа произошла системная авария в объединенной энергосистеме Востока. В 14.06 отключилась из-за короткого замыкания на землю линия 220 кВт Хабаровская и Волочаевка. Сейчас создана комиссия Роскомнадзора для выяснения причин соответствующих отключений линий. В этих условиях произошло разделение ОС Востока на две изолированные части. Наложилось то, что две линии 500-ки в это время были в ремонте. В результате энергосистема ОС Востока разделилась на две части, на избыточную и на дефицитную. Действием защиты произошло автоматическое отключение ряда генерирующего сетевого оборудования, а также отключение потребителя действием автоматической частотной разгрузки. В результате было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью где-то 1600 мегаватт, это более 1 миллиона человек, если говорить о населении, ну и просто промышленные потребители. Это в Амурской области, в Хабаровском крае, в Приморском и Забайкальском крае, в Южно-Якутском энергорайоне. Был зафиксирован сбой движения поездов и прекращение экспорта электроэнергии в Китайскую Народную Республику. В 14.45, то есть через 39 минут, выполнена синхронизация разделившихся частей ОС Востока и начат процесс восстановления энергоснабжения потребителей. В течение 2,5 часов, то есть к 17 часам 30 минутам, всем потребителям было дано полностью напряжение. Причины происшедшей аварии будут установлены комиссией, как я уже сказал. Приняты все необходимые меры для минимизации риска повторения подобных ситуаций. Также в результате короткого замыкания работы большегрузной машины, которая задела провода в кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередач и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосети. В короткое время, в течение 2-3 часов, потребители были также обеспечены энергоснабжением, работа энергомоста в Крым восстановлена. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы сказать, что в целом, если говорить о таких системных авариях, у нас наблюдается сокращение количества из года в год. Если в 2016 году у нас было примерно 52 таких аварий, то за первое полугодие 2017 года мы всего 5 произошло аварий. Тем не менее, это означает, что мы все равно должны проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риск такого веерного отключения, каскадного отключения, которое приводит к большому количеству числа потребителей. В свою очередь, мы в рамках комиссии участвуем в работе и все необходимые мероприятия будут проведены для того, чтобы минимизировать такие случаи. Проанализировать это все движение центра правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями, как вы сейчас сказали, с предложениями мероприятий, которые не допускали бы.